В России спустя 60 лет хотят снова взяться за строительство круизных лайнеров. Минпромторг в следующем году предлагает заложить суда вместимостью 306 человек. Об этом газете «Ведомости» рассказали в пресс-службе ведомства. Источники добавляют, в плане от 1 до 3 таких лайнеров, которые будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом и между Москвой и Ростовом-на-Дону с заходом в Крым. Эксперты припоминают, последний раз отечественные круизные лайнеры спускали на воду еще в 1957-м. И было их в Советском Союзе всего 2. Остальные заказывали в Европе. Сейчас у России около 100 теплоходов, но половина на грани износа.